Привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 687, с вами Лицемер Лунатик, фанатик, еретик, то бишь Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение, конечно же, Горького 17. Сегодня, ну, произошел предыдущий раз у меня ЧП. Звуковая карта почему-то не захотела совместиться с работой. И то, что я записывал, получилось коту под хвост. Поэтому канализацию вы не сможете увидеть, к сожалению. Как я там побродил, но это, скажу честно, там просто были небольшие битвы с монстрами, там, ну, появились новые монстры, думаю, в игре мы еще и дальше увидим. И встретил, кстати, Васильев от нас ушел, Василий этот, и пришла, у нас появилась новая девушка, которая у нас лечилка, она хорошо подхиливает. Теперь у нас есть, как говорится, медик в нашей команде. Ну и мы не забываем ставить Люба. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. Ну а мы поехали дальше продолжать. Так, вот мы в музее. Сундук. Отходим к лестнице. Мы не успеваем, они же разорвут нас на куски. Выбора уже нет. Кто там? О, блядь, вот этих я не люблю. Циркулярки я их называю. Это еще те падлы. Ну что делать, будем биться. Сталь бы вот так бы еще красиво бы. Было вообще идеально. Но это же не так, как надо мне. Говорил я вам, не прислушались. Говорил я вам, не прислушались. Так и получилось. Так и получилось, как говорил я вам. Кабрига, твое будет задание шмальнуть. А, у тебя есть еще хорошая штука. Давай-ка его. Все, шикардос. Сгорело на работе. Ух ты ж, бля! Веселуха в самом разгаре, ребят. Ой, а че я это пошел? Сейчас мы этого снизу отдыхаем. Пойдем рубить. Так,
очень надеюсь, что ты его с пистолета добьешь. Сука, назила ты. Куда-то уползает один. Блять, еще одна выползла. Сука, сколько же у вас, а? Давай фамилию. Добьем этого. Ну, прикончили. Я знаю, что ты сможешь. Есть. Еще одного минуснули. Давай-ка поближе поползаем. Он уходит, меня всяко пытается. Обходи, обходи эту шелупу. Ходит и труп. Нам сейчас надо бы под бочкой эту хрень завести бы. Циркулярку нашу. Не, обе ползли, смотрите. Тоже пойдем пониже. Чтобы они сюда поползли. Сука, не туда. Самое главное, чтобы вот это падла, вот это вот, да, все как бочкам подползала. На зоне поражения бочек. Отлично. Ох, коврига. Будем надеяться, что ты все-таки меткий. О, даже двух кацанули. Вообще шикардос. Ну, ковриги сейчас достанется. Еще и сбоку. Ну, контратака. Супер. Контратака — это всегда супер.
пока оглушим. Чтобы не мешало. Надо выйти на линию огня. Тут огнемет, конечно, бесполезен. Тоже бесполезно. Есть. Минусанули одну. Тебе опять почесть? Добить? Где твоя бита? Рома. Так. Давай-ка подлечим ковригу. 30 плюс 5 еще. Сходим, откроем ящик. Лечебная майя с продуктами. Ух ты, как все хорошо. Так. Никому еще лечение так не требуется? Ну нет, пока вроде бы. Так, давайте-ка сохранимся. Я буду сохранять на второе. Чтоб если что, ЧП произошло, так я мог восстановить. Ну, еще ящик. Что-то мне везет сегодня. Ох, ты же ёперный театр, сколько радости-то. Коврига, держи твои патроны для дробаша. Селиванова прям вообще тоже душа радуется. Фомку, ну давайте Фомку дадим одну ей. Ломик. Все-таки лучше, чем нож. Еще ящик, что ли? Это, блядь. Нерабочий ящик. Какая-то хрень непонятная. Еще ящик. Сука, портовый я какой-то. Ух ты ж, блядь, сколько всего дают-то. Еще девке дадим. Броники у всех одеты. Броников больше и нету. Ох, бля. Хороший музей. Вот. Можно шкаф открыть. Чё там? Диск еще один. Блять, махач. О, басяра какой-то.
отвечает за паровой двигатель, нахер. Чайник, рыцарь, блядь, чайник. О, гляньте, кто пришел? Мы все умрем! Мы все умрем! Коврига начал. Уже не смешно. Фу, как ты. У Коврига опять началась паника, это. Мы все умрем. Паровой котел, блядь. Знать бы, что он еще чем лопасит. Давайте будем потихоньку подкрадываться. Другого-то выхода мы не видим ведь. Тем более я не знаю, что этот котел делает. Его надо бы как-нибудь сюда заманить, чтобы он сюда вышел. Ближе подходи. Ты, сука, я тебе шелупонь пришла. Блядь. Да еще сколько шелупонь-то. Коврига, твое дело сейчас его этого впадло оглушить. Он... На него не работает. А нет, сука. Это я накосячил. Я не так ударил. Расстояние не рассчитал. Блядь, сейчас что-то будет больно мне. Ее задену еще теперь. Ох, печаль, беда. А еще так я не могу, да? Сука. Вообще печально. А, ты можешь дойти хоть. Слава богу. Хоть это работает. Ну, падло, я минусану сейчас. Пизделяторы сейчас мы будем охватывать нехилые. Бей своего, бей своего. А, блин, он всего лишь 10 урон. Видишь? Это нормально. Врига, ну-ка контратаку. Что такое-то? А я уж перестался, думал, все трындец. Малыш, ты меня волнуешь. Сука, очень волнуешь, блин. Тратить такое оружие, что жалко. Давай-ка мы малышей как-то пригрохнем по бурому. Да, Коврига. Одного минуса ноля.
никак не стреляешь. Сливанов тоже уже не может стрелять. Ну ладно. Ой, блядь, я еще встал так. Ну, он уже сейчас посильнее стал бить. А, у него, смотрите, еще дробовик какой-то в руке. Надо близись, не биться, понял. Контратака, это вообще супер. Как раз 14, все. Я с тобой только вблизи буду биться, я понял. Еще два хода заряжаться будет, это плохо. А ты горишь, кстати? Давай-ка проверим. Горишь. На ковриге, чтобы его подхилить. Блин, это шелупонь, блин! Не нравится, да, гореть? Сука, что-то он стреляет, видать. Вот у меня ховригат в ярости. Ох, надо сейчас его ярость использовать. Из дробовика как шмальнуть по какой-то падле. Вот это урон! Ты опять дойти не можешь до ховрига. Нет, ты будешь научиться владеть ближним боем уже. А ближним боем не так тут. Тоже супер не достаю, да, вообще? Еще. Мы еще подойдем. Мы тебя котел еще завалим. Девку решил бить, сука. Еще есть рыбаша. Случайно. Блин, надеюсь, у тебя заработало. Ну все. Ну тебе пипец настал. Жаркое сейчас мы все сделаем. Говно, сука, сраное. Давай учись бить. Сливанов, а ты уже умеешь ломиком владеть хорошо. Ничего не смог сделать, да, сука? Паровой котел, блин. Езди его. Сейчас топориком ебало еще. Как же он мечтал своей с... Все, ему хорошо будем, да, с рук сойдем. Сука, не эндер. Сука, это пиздец. Ему не нравится, смотрите, как мы его бьем.
важно. Готов паровой котел. Ну, теперь надо хвалиться. Давай, девочка, начинай. Всех больше. Она не пыхтит. Идет. Ну и все, вроде бы. Все хорошо. Дальше. Исследовать местность. Они лезут и лезут. Да. Либо их все-таки станет меньше, либо у нас просто закончатся патроны. Тут у меня нет никаких иллюзий. Я уже давно по ту сторону добра и зла. Надеяться надо только на свой собственный ствол. Шустрый Джо, бля. Ого, нихера себе, Матанга. Бля, да тут два хищника. Да два шутки. Бля. На Крюгера огонь не действует, мы это знаем, значит, да. Надо их как-нибудь заманивать. Он отлично встал. Все, он как раз и должен попасть из своей ямки. Не понял. Он еще выше поднялся, да? Да ты, Селиванов! Сука, я на ковригу все пиздел, так и ты тоже не лучше. Ладно, ковриг, опять тебе придется за Селиванова тут расплачиваться. Сука. Дробашон, что ли? Блять, это просто трындец. Если сейчас не попаду, будет, блядь, печаль, беда. Сука, походу, будет печаль, беда. Так попробуем. Сука, он тоже не горит. Вот пиздос. Это все не есть гуд. Походу, его по нам шмаляет. Тебе мы не дали ни чем взрывать. Так, есть. Отлично, с этим мы справились. Ребят, заманиваем его сюда тоже. Так, отлично, он встал. Ковриго дело за малым. Ага, только ребят надо увести. Thank you.
Триггера минусанули. Личника нашего. Теперь осталось этих квадров. Кстати, они уходят. Ну, сука, смотрите, как хитро действуют тоже. Они нас заманивают, чтобы мы подходили к ним. Блять, и что нам делать? Нам придется идти. Выбор у нас невелик. О, бля. О, бля. Сука, бедный Коврига, а? Это работает. Но тобой мы пойдем сразу уже в атаку сюда. Хахти. Он опять по ним. Быстро. У тебя же гандон, огнемет не действует, блядь. Ходил резать. Ну, это более-менее терпимо. Thank you.
Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefright1987. С вами был Неф. Не забываем ставить любо. Тем, кто не подписался на мой канал, обязательно подписываться. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии. Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.